Добрый день, коллеги. С вами Гаврилин Олег и очередной выпуск Омер ТВ. Вот приехала такая интересная новиночка, хочу вам ее показать. Это, скажем так, предельно бюджетная, но достаточно интересная модификация омеровского такого стилетика. Называется он Гладиус. Напомню, Гладиус – это гладиаторский меч. Вот такая вот мощучка. Что можно сказать про этот нож? Несмотря на его крайне малые габариты, не знаю, с точки зрения РК, режущей кромки, но все настолько сделано неоптимально, что, конечно, можно перерезать достаточно широкий шнур. Одна сторона серрейтер, другая сторона плейновая заточка. Материал клинка круповская сталь, 420-я нержа, ножны, пластик литой. В комплекте идут два ремня с креплением фастекс. Колечко достаточно крепкое. Нож удерживается колечком и вот этой вот защелочкой, не знаю, насколько видно. Что можно сказать про этот нож? Это мини-стилет, как мы можем видеть, и в принципе можно, повторюсь, и перерезать достаточно широкий шнурок, толстый, и обездвижить практически любую, наверное, рыбу, ну пресноводную так точно. Стоит недорого, очень маленький, удобный, рукоятка яркая, если уронили его, то будет, в принципе, видно достаточно хорошо на дне. Новый ножик, новинка 2019 года, Омер Гладиус. С вами был Гаврилин Олег и наш бессменный оператор Павлов Сандро, вот он с другой стороны камеры. До новых встреч, коллеги!